Майское путешествие в мезозойскую эру Ивановского края. Сотрудники учащиеся школы-музея Литос Клео вернулись из научной экспедиции. Несколько лет подряд они изучают береговую линию Волги в Юрьевецком районе, где уже удалось обнаружить фрагменты скелета ихтиозавра. На этот раз погода немного подвела юных исследователей. Но, несмотря на это, им все же удалось сделать несколько ценных находок, в их числе фрагмент зуба акулы. Таких в коллекции музея камня уже несколько. Также удалось найти иголочки морских ежей и раковину брюхоногих моллюсков, гастроподов. Это довольно редко встречающиеся гастроподы с хорошей сохранкой и с четко читающейся раковиной. Это брюхоногие моллюски, которые как раз в основном водились то же самое в юрском периоде. Вот это предки наших современных улиток, чтобы вам было понятно, только вот как раз возрастом 164 миллиона лет.